Друзья, знаете, мы очень много говорим уже в течение нескольких недель, уже сколько мы, 8 недель прошли, мы говорили, что интересного в именах. В каждом из, наших имен очень много интересного. Наши имена говорят очень о многом. В первую очередь говорят о наших родителях, потому что нашим родителям не все равно, как нас назвали. Правда? Вот этот момент. И очень-очень важно. И в Библии так же самое имена очень имели большие значения. Но когда мы говорим о Боге, который всемогущий, сильный, Он единственный во множественном числе, да, единственный, но во множественном числе, когда мы говорим «Элохим», означает о том, что Он Бог всемогущий, в множественном числе, творящий, сотворивший небо и землю, и все видимое и невидимое. Мы говорили о именах Бога для того, чтобы понять, как Бог имеет возможность или желает иметь общение с человеком, чтобы понимать его естество, его открытость человеку. Потому что Бог возлюбил человека, и Он настолько возлюбил, что просто отдал своего Сына за все человечество. Это уже мы говорим о Брихаташа. Но вначале Бог говорит, давайте сотворим человека по образу и подобию нашему. Вот момент здесь, мы отождествляем Его любовь, Его красоту, Его величие. И мы уже говорили о многих именах. И сегодня я бы хотел бы продолжить это, как бы, этот ракурс такой, что интересно в именах. И подназвание это вот, моему посланию будет «Как оправдаться за свои ошибки?» Что интересно в именах, номер 9, 9-я уже проповедь. «Как нам оправдаться за свои ошибки?» Давайте будем честны перед собой, конечно же, в первую очередь перед людьми, но также об этом говорит Писание, открыто говорит Писание, о том, что, во-первых, мы все верующие в Бога понимаем, что нам фактически и практически нужна ежедневная встреча с Богом. Кто с этим согласен? Что мы должны сознаться об этом. Вопрос, зачем мы это делаем? Правда? Самый первый момент такой, зачем нам нужна фактическая и физическая встреча с Богом. Кстати, физическая, что мы с Ним на физическом уровне, да, но мы просыпаемся, мы просим, мы хотим прикосновения, мы Его прикосновение переживаем на физическом уровне. И это очень важная тема, потому что царь Давид говорит в своем 62-м псалме, «Боже, Ты Бог мой». Он утверждает, «Боже, Бог», и обращается к Богу, «Ты мой Бог». Персональный, личный, тот, с кем я хочу иметь отношения. Тебя от ранней зари ищу я. Алло, где ты? Если бы Бог не был бы персональным, живым, отвечающим, да, то Давид бы знал бы, где этот божок находится. Истуканов было много, им предназначались какие-то места. А здесь он говорит, я буду искать тебя. И дальше он говорит, тебя жаждет душа моя, и по тебе томится моя, плоть моя в земле сухой, иссохшей и безводной. Другими словами, и даже плоть хочет иметь встречи с тобой. Эта часть жизни религиозного человека связана с его неотъемлемым желанием иметь отношение с живым Богом. А без веры вообще угодить Богу невозможно. Потому что тот, кто ищет, да, тот всегда находит. А приходящему к нему должен вообще, в первую очередь, веровать, что вообще Бог есть, что Он существует. А если Бог существует, то Он и воздает. По этой причине, это мое личное понимание, что Давид искал Бога всей своей душой, всем своим естеством, для того, чтобы почувствовать воздаяние Божье. Но никто не хочет и не хотел никогда видеть Бога грозного, да, всегда хотя бы увидеть Бога улыбающимся,
благоволящего к нам, да? По этой причине каждый из нас, мы ищем, приходим к Богу, чтобы искать снисхождение Божие лично к нам. Чтобы Бог благоволил к нам, мы пытаемся вести как можно более освященную жизнь. Я думаю, что вот этот момент приходящих к Богу, он должен понимать, что он есть, воздает. И когда мы приходим к нему, мы всегда хотим иметь какую-то милость. Благодать, нисхождение, помилуй меня, Господи, душа моя все-таки грешит много. И здесь очень важно понимать, что мы ищем Бога, чтобы мы нашли Его. И мы пытаемся в нашей неосвященной жизни, то есть, потому что каждый из нас понимает, что мы грешим, потому что Римлянам 3:23 говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией. И вы, если здесь есть, конечно, люди, которые без греха, то можете первыми кинуть в меня камень. Ко мне здесь нету стулья, можно кидать. Да? Нету таких, что безгрешных. Все понимаем, что мы грешим. А если грешим, тогда уже тихо, нужно искать Бога, а не возмездие. Даже апостол Иаков, понимая всю тяжесть закона и праведность Божью, пишет верующим важную истину. Истину, которая неотложна от нас с вами, чтобы мы не обманывались. Иаков 3:2. Ибо все мы много согрешаем. Он не сказал, что мы иногда согрешаем. Мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуждать и все тело. Но есть же такие, что не грешат. Ну, тогда я вижу, у нас есть каменные, кирпичные заводы, те, кто делает камни. Да. Система законоположения Ветхого Завета, или так бы такового, вот так было устроено, чтобы человек имел возможность осознать свой грех, исповедав его, принести жертву или произнести или провести ритуальное действие для своего временного очищения. Мы когда смотрим в Танах, в ту сторону, будем говорить так, давнего постановления, он был устроен таким образом, чтобы человек мог осознать свое прегрешение. То есть закон его обличал, показывал, что есть насущный грех, то он, грех он находится в этом мире. Человек его осознает. И если необходимо принести жертву, то он, или же очищение, обрядное очищение, то он должен был это сделать. И когда мы говорим оправдание по вере, да, вот это римлянам, послание к римлянам, что мы оправдываемся верой, а не делами, это не только слоган Брит Хадаша, Нового Завета, но и в Ветхом Завете этот же слоган, именно оправдание по вере, он действовал. Что я имею в виду? Смотрите, приносящий жертву за проступок или проходящий ритуальное очищение, он всегда делал это сознательно. Человек делал это сознательно. Не было указания, так как ты станешь утром, то есть ты делал ты грех или не делал, прикоснулся или не прикоснулся, был нечистым или чистым, ты должен омыть руки. Такого указания нету. Вы понимаете, да? Человек, когда он приступал к чему-то или же что-то нарушал, он осознательно приходился к тому, чтобы нужно было верить в то слово, которое оставил Моисей, тому порядку вещей, которое должно было произойти для того, чтобы относительно закона быть оправданным. Когда он проходил все это, он верил в тот закон, который оставил Моисей, а Моисею это дал Бог. Поэтому система оправдания в вере также была в их жизни. Но не все вещи можно было исполнить. Не все так просто было законом и человеческой природой, которая была падшая. Закон не мог ничего довести до совершенства. И все предписания не могли утверждаться просто как бы так, без отношения с Богом. Другими словами, но вещи, которые происходили по закону, не доводили до совершенства. Нужны были взаимоотношения с Богом. Именно Бог и хотел показать, что я желаю отношений. И законы, они приближали к своим действиям к нашим отношениям. Возможно, некоторые порывы,
или желания пророков, священников или царей указывали на возможные близкие отношения со Всевышним, но Бог желал обитать посреди всего своего народа, не просто индивидуально, да, вот этот хороший пророк, он, или же хороший царь, или же еще хороший священник, да, мы читаем, что были люди, которые были очень близки с Богом, но его желание быть посреди всего своего народа, и Всевышний желал обитать среди словословия народа своего, всегда быть частью их бытия, давая предписания, законы для того, чтобы приблизить свой народ и выделить его среди всех народов, для того, чтобы могли хвастаться, извините за выражение такое, своим Богом, который не просто Бог изваяния рук человеческих, а который Бог живой и единственный. Они могли гордиться Богом, который отвечает. Вы знаете, Иеремия 6:20 говорит: «Для чего мне ладан, который идет из Саввы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, жертвы ваши неприемлемы мне». Другими словами, что-то происходит в этом законе, где человек остается далеким от взаимоотношений, от живых взаимоотношений с Богом. Бог говорит: послушайте, все предписания, которые я давал, они должны были вести вас и ко мне, как к живому Богу, и вы должны были открывать свое сердце. То есть у нас есть песня: «Сердце свое открывай, изливай перед Богом», когда ты стоишь. И вот он хотел этого видеть, но что-то было не так. Эти слова Иеремии указывали на разрыв, это Иеремия 6:20, на разрыв отношений, на безнадежность религиозных обрядностей без взаимоотношений, указывало на безнадежность жертв животных. Конечно же, на Божью перспективу, которую Бог указывал к замене будущих невыполнимых или невыполнимого закона. Потому что Иешуа говорит: из нарушивших одну заповедь нарушает и весь закон. И это невозможно, он невыполнимый был. Но что я хочу подчеркнуть? До сегодняшнего дня мы изучали весьма популярные имена Бога Израиля. Мы читали о нем, мы говорили о нем, как он являл себя нашим праотцам. И в то же время, после грехопадения человека, стало ясно, что Бог усматривал искупление человечества, восстановление взаимоотношений. И по этой причине мы из первых страниц Торы слышим о Мессии. Вот все, что мы говорили до сегодняшней недели, да, мы говорили о Боге, который выходил навстречу. И здесь мы видим, что в этом имени, о котором я сегодня буду говорить, Бог приближает нас к мессианской эре, к эре, где нужно было высвободить то слово, которое было из первых страниц сказано об Искупителе, об том, кто освободитель, тот, кто снимет нас грех. Бытие 3:15, мы читаем: «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим, между семенем ее. И она будет поражать тебя в голову, а ты будешь...» Это семя, да? «А ты будешь жалить его в пету». Говорится об одном семени. Говорится здесь о Мессии, который поразит врага, будем говорить, душ человеческих. Почему так важно? Почему это очень важно? Потому что Бог любит свое творение. Тебя и меня Он очень любит. Он не желает смерти никому и даже грешнику. Бог не желает смерти грешнику. Очень важная часть нашей жизни понимать, что Бог даже заинтересован в спасении грешника. Он не хочет, чтобы он умер. Он не торопится наказывать. Бог не торопится наказывать. Вы замечали, что при вашем согрешении у вас есть какое-то время покаяния. Он желает раскаяния даже грешнику. Он нелицеприятен, он не оценивает человека по его дару. Да, вообще-то ему не нужен этот дар. Бог нелицеприятен. Важно понять о Боге то, что он хочет личных взаимоотношений, которые возможно подтверждать своей жизнью, усматривая эту жизнь, которая через Библию. Нет других каких-то других письмен, нет никаких таких посланий. Есть одно слово от Бога, которое Бог вдохновенно. Это Слово Божие, это Тора, которое, или как мы говорим, это Библия, как, по которой нужно жить. И таким образом проявляется наша жизнь и любовь к Богу, когда мы исполняем то, что написано Богом. Не прибавляем, не отнимаем, не делаем возможно или нет.
Я хочу сказать простые вещи. Не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Бога. Потому что все от малого до большого, все от малого до большого будут знать меня. Писание говорит о том, что будут знать Бога. И даже эта фраза указывает нам на мессианское время для человечества. Что именно Бог будет, мы будем знать Его. Через Библию, конечно, через Библию. Писание говорит о том, Иешуа говорит, если вы хотите попасть на небеса, то есть жизнь вечную, читайте Писание, все Писание, а оно говорит обо мне. И только через него можно иметь мир с Богом. Имя, которое мы сегодня откроем для себя, в первую очередь, важно тем, что мы говорим о мессианском призвании, мессианском времени. Знаете, что под... Мы сказали, что под название на моей проповеди «Как оправдаться за свои ошибки?» Каким образом? А вообще, можно оправдаться? Можно ли оправдаться за свои ошибки? За свои, между нами можем оправдаться, люди. Люди чаще всего пытаются оправдаться, доказать другому, чего, почему он так сделал и почему он не виноват. Да? Но если мы говорим о своей жизни перед Богом, можно ли оправдаться перед Богом? Разве возможно, если нечем оправдываться? Нечем, вообще нечем оправдываться. Иеремия 2:19 говорит, накажет тебя нечестие твое, отступничество твое отлучит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Вы, личность, как люди, вы сами меня отставили. В этом-то и есть наша самая ужасная трагедия человечества. Мы оставили Бога. Мы не пошли за Его призванием. Мы не пошли к тому Богу, который им ищет взаимоотношения. И это же трагедия Израиля. Потому что на каком-то этапе жизни Бог говорит, подождите, мне ваши жертвы, ваши фимиамы и все остальное, оно мне уже по-украински кажет набрыдло, да? Как бы достало все, мне не хочется, мне не нравится это все. Послушайте, я хочу справедливости, не жертвы, хочу справедливости, отношения к людям. Послание к римлянам, 3 глава. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Вот это хорошо, но самая важная тема, преимущество, что им верено Слово. И мы, как верующие люди, особенно из еврейского народа, мы несем эту ответственность перед людьми, вообще перед всеми людьми, донести людям важность Божьего присутствия, Божьего Слова в их жизни. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, и всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? По-человечески говорю, никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божья превышается моею неверностью, к славе Божией, за что же еще меня же обсудить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы учим этому? Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведника ни одного, нет разумляющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Другими словами, здесь в послании Рав Шаул говорит, что никто ничем не может себя оправдать. Какой вывод Павла делает с умыслом для нас? Он делает это для того, чтобы мы рассуждали, чтобы понимали. Но смотрите, у Бога не остается ни одно слово тщетным. И оно принесет свой плод. Иеремия 33:16. В те дни Иуда будет спасен. Иерусалим будет жить безопасно. И нарекут ему имя Господь оправдание наше. Господь оправдание наше.
Вот это имя, которое для многих необходимо и важно понимать, потому что Иегова Цидкейну, Господь оправдание мое, в других переводах звучит как Господь моя праведность. Оправдаться мы не можем, то есть мы не можем оправдаться своей личной праведностью, но вот здесь дается и людям, и через Писание, знаете, надежда приходит, что Господь мое оправдание. Нарекут это имя, Иуда спасется. Это некое пророческое, мессианское именно послание для того, чтобы мы, которые живем в это время, зная, что Иешуа сделал за нас, могли бы жить этим словом. Слово «цидкейну». Мы говорим, переводится как «праведность» или «оправдание», да, больше. Но «цадик», слово «цадик», «праведник» в иудаизме, особенно в хасидизме, это означает «благочестивый», «безгрешный человек», «святой», пользующийся особым расположением Бога. Как хорошо! Иегова, он расположен ко мне. Он мое оправдание, он моя праведность, он мое освобождение. Поэтому мы говорим о цедаке, да, цедаке, который мы приносим. Да, это даяние нашей праведности. Но цедака, да, даяние или одна из заповедей в иудаизме, оказание помощи нуждающимся финансово и не только. Акт восстановления справедливости. Иегова Цидкейну. Иегова оправдание. И Иегова – это моя праведность. Это все, что в этом слове заключено. Когда мы говорим о праведности, ключе личное достижение святости, то понимаем, что нет никого святого, кроме Бога. И наша праведность, как запачканная одежда, и об этом говорит Исаия. Все мы сделались, как нечистые. Вся праведность наша, как запачканная одежда, все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Послушайте, хочу показать вам, что еще в Танахе Бог усматривал мессианское обновление, надежду на того, кого Он пошлет, для того, чтобы у нас была вера в того, кто дает эту праведность. В Новом Завете мы встречаем важные слова Иешуа, так как пророчество Иеремии может исполниться только в свете Нового Завета при приходе Мессии. Эти слова, которые учат нас и дают нам утешение. Матфея, 5 глава. «Ибо говорю вам, если праведность, то есть оправдание ваше, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Я хочу еще раз сказать, что пророчество, мы говорили о Иегова Цидкейну, оно относится к мессианскому уже времени. И Иешуа говорит, если ваша праведность не произойдет праведности книжкам фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Но ведь были же праведники. Мы были же праведники до Иешуа, во времена Иешуа. Смотрите, Луки 2 глава 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Дух Святой был на нем. Были праведники. Были, которые следовали за Писанием. Было же какое-то оправдание. Но заметьте особенность проявления этой праведности, точнее, доказательство праведности человека. Это свидетельство Духа Святого. Написано, и Дух Святой был на нем. По-другому невозможно. Почему? Потому что есть свои уроки из Писания. Мы понимаем, что только Дух Святой дает или делать ту работу, которую мы не можем делать по плоти. Наша плоть, она противится нам. Плоть противится духу. И не желает делать дела праведности. Но когда же придет он, дух истины, то наставит нас на всякую истину. Ибо нет себя будет говорить, но будет говорить, что услышит. И будет возвещать нам. Он прославит меня, потому что от моего возьмется и возвеститься вам. Это очень важная тема. Дух Святой является тем координатором, Бог говорит так, Слово Божие, которое Он обличает. Мы читаем, что Он обличит этот мир во грехе,
в суде, да, и то, что не верят в него. Правде. И интересно, что он обличает каждого человека. Дух Святой обличает. 1 Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? И если мы говорим о том, что Божий Дух живет в нас, то имя Иегова Циткейну, да, Господь, мое оправдание, живет во мне. Утверждение, что меня оправдывает Господь, когда я следую за Ним, я не отступаю от Него. Мы должны это понять. Иегова Циткейну, Господь моя праведность, Он живет во мне. И тут мы должны понимать, что это слово праведность, которое мы говорили в Матфея 5:20, звучит как оправдание. Мое оправдание не перед людьми, не перед бесами и ангелами, мое оправдание в Иегове, в моем Господе. Это мое оправдание. Это оправдание нормально смотреть в пророческом контексте, который говорил Иеремия. 1 Петра 2:24. Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Только в Новом Завете мы видим это слово оправдание для нас. Иегова Циткейну. Исаия 1:18 говорит, я почитаю, вот я сначала 1 Петра прочитал, да, он грехи наши вознес своим телом на древо, дабы мы, избавшись от греха, жили для правды, ранами его мы исцелились. Тогда придите, рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши багряны, как снег, убелю, если будут красны, как пурпур, как волну. Убелю. Зная, кто мы, и мы оправданы, мы знаем, что мы имеем оправдание в Нем, тогда мы можем приходить перед Богом, говорить, придите, рассудим. Даже если ты упал, даже если согрешил, я готов тебя оправдать. Я готов тебя убелить. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И вся есть победа, победившая мир, вера наша. Теперь нам нужна вера. Без жертв, без кровавых жертв, без каких-то религиозных обрядностей нам нужна вера сделать что-то. Самая большая обрядность – осознать свое преступление, прийти перед Богом, совершить шуву, то есть покаяние, и принять верой, что мы очищены. Как Иешуа говорит женщине, иди. Впредь не греши. Иди, спокойно, иди. Имя Иегова Циткейну, Господь оправдание наше, и есть Иешуа Хамашиах. Он и больше, чем наша праведность. Он нас освободил. Он предлагает не только прощение наших грехов, Он предлагает освобождение от власти греха, потому что Мессия стал оправданием нашим. Он дает нам эту свободу. 1 Иоанна 5:18, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Опять же, тут Яков говорит, мы много согрешаем, у нас есть поступки. И вот в этом как бы имени Иегова Циткейну дается нам надежда, что мы его должны провозглашать, ты мое оправдание, никто иной, только ты. Однако, каким образом наша праведность могла бы превзойти праведность книжников фарисеев? Ведь наша жизнь, наша праведность запачкана, как одежда. И что нет ни одного праведного. Бог на этот вопрос или на эту проблему отвечает очень просто. Мы должны довериться Его искуплению. Мы должны довериться тому, что Он предложил для человечества, Иешуа Мессии. И надо понимать, что слово «святой» происходит от имени Иегова Мекедеш, то есть Господь освящающий. Это написано в Левитам, 20 глава. Когда мы говорим об оправдании, мы должны понять, что Бог, Он свят. И как Бог, Он в своей святости, и Он хочет являть свою святость своему народу. Он хочет очищать нас. Поэтому, когда мы размышляем о Божьем имени, Иегова освящающий, нам нужно благодарить Его, что Он сделал для каждого из нас. И Он
знавшего, не знавшего греха, Он сделал за нас жертву и за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам. Бог приготовил тех, Он, который не знал грех, чтобы Он положил на Него грехи всех нас, чтобы мы были свободны. Он, наш, Иегова Циткейну, Ишуа, привожденный ко Христу, сделался грехом за всех нас, чтобы, вера в Него, каждый из нас сделался Его праведностью. Вот это ужасно. Каждый из нас, за которого Он пострадал, мы стали Его праведностью, потому что Бог усмотрел в Его жертве покрытие всех грехов. Он стал праведной жертвой за каждого из нас. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха, или смерти, или послушания к праведности? Послушание Бога. Римлянам 16 глава, 16 стих. Крови тельцов, козлов недостаточно, чтобы смыть грехи. Нам это, и об этом говорит Писание, послание к евреям. Посему Мессия, когда, входя в этот мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне, всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как написано в книге обо мне, исполнить волю твою, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносились по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потому вот и сказал: иду исполнить волю твою. Это очень важно понимать. Отменяя первое, что было поставлено второе, по сей-то воле освящены мы единым приношением телом Ишуа. Послание к евреям, 10 глава. Как видите, друзья, имя, которое для нас, может быть, сложно уразуметь, мы должны видеть, что мы освящены Богом через жертву, которую Он предусмотрел заранее. Можем ли мы стать праведниками перед Богом? Конечно же, да, можем. Только через принятие Иешуа личным спасителем. Только в Нем Бог видит нас праведными. А тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Ты и я, мы призваны быть не только верующими. Ты и я, мы приписаны к Его семье. Верой в Иешуа Мессии, Он дал нам власть быть чадами Божьими. Оправдались ли мы перед Богом? Праведен ли я? Угодна ли моя жизнь Богу? Я много тружусь на ниве Божией, посещаю собрания, помогаю бедным, изучаю Слово Божие. Достаточно всего этого, чтобы угодить Богу? Наверное, со всеми нашими делами это не нужно Богу. Оправдан ли ты перед Богом? Задай себе вопрос. Если да, то как видно это в твоей жизни? Если ты оправдан Богом, как люди замечают, что ты именно искуплен, ты оправдан перед ним? Как это открывается или откликается в твоей жизни? История Израиля и всего народа Израиля показывает нам, что вот, когда сердце, оно закрыто к Богу, а предписание становится просто религиозным действием, то в какой-то момент Бог говорит: мне все то, что вы делаете, надоело. Я знаю, что многие верующие христиане тоже по жизни проходят такой путь, где они просто приходят к мертвой части религии без взаимоотношения с Богом. Все десятины, даяния, добрые дела, Бог иногда говорит: хватит, достало, все это не оправдывает тебя. Хотя это хорошее дело для людей, не оправдывает тебя. Я хочу иметь живые отношения, поэтому я являюсь Иегова Циткейну, праведностью. Войди в эту праведность через Иешуа Мессию. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно. Нарекут ему имя Господь, праведность наша. Господь, Он праведность наша. Господь дает обещание народу своему через Новый Завет, что Он возьмет каменное сердце, то есть такое
которая бессердечная, да, вы так, с инфарктом, как у меня было, да, и даст нам плотяное сердце, чтобы мы были чувствительны, чтобы мы искали Бога. Только через веру в Иешуа Бог меняет сердца людей, через оставление прошлой жизни, покаяние, Бог хочет сделать нас другими. И это сердце, которое обновленное, может принимать взаимоотношения с Богом. И сегодня я хотел бы, чтобы мы помолились. Мы сегодня очень быстро, я сделал свой такой не завершающий еще цикл. Потому что хочу, чтобы наша праведность перед Богом, она менялась. Чтобы мы не своими делами достигали каких-то вещей, а верили в Бога, который изменяет. Я хочу оставить каждому из вас одну простую вещь. Иеремия 72, плач Иеремии. Итак, лучше человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далек от позора. У нас есть много идолов, а Бог говорит, я один. Давайте мы сегодня в рассуждении, при всем том, что многие из нас, верующие в Иешуа, Мессию, как личного Спасителя и Мессию Израиля, какой-то момент своей жизни, наверное, себе сделали каких-то маленьких идолов, каких-то, чему поклоняемся больше всего, чем мы дорожим очень всего. А нам нужен Бог. Искать Бога, как царь Давид, от ранней зари, пишет Давид эти слова, от ранней зари буду искать тебя. Не найду ли? Сегодня это время. Скажите, почему сегодня, а не вчера? Нам нужно было это все вчера. Но сегодня эта возможность есть. Искать Бога. Открытым сердцем. Потому что еще говорит, те, кто ищет, найдут. Не на горе сей, не в Иерусалиме. Ну как, где? Но те, кто в своем сердце будет искать Бога, будет поклоняться Ему в духе истины. Религиозность, она всегда человека убивает, делает его мертвым. Как обновить свои чувства? Просто сказать, я устал. Я устал прикидываться. Я устал делать религиозные вещи. Хотя это хорошо, что вы приходите на собрание. Это очень хорошо, что вы читаете Библию. Я прошу, чтобы вы были чувствительны Духу Святому. Дух Святой, Он пришел, чтобы научить нас, открыть нам сущность. Иешуа говорит, возьмется от меня, дастся вам, чтобы мы менялись, чтобы мы были другими. И эти собрания, которые мы имеем, мы не имеем, потому что нам нечего делать. А мы, знаете, вот как такое слово, как бы вот, мы поддерживаем или возжигаем тот огонь, который внутри нас горит или горел, чтобы мы чувствовали Бога. В собрании людей, не только индивидуально, а все вместе, потому что Бог хочет пребывать, и Он говорит, что я Бог, твое оправдание. Давайте сейчас встанем наши ноги. Возможно, вы дома у себя, вам сложно прийти на собрание, либо вы очень далеко от Одессы. Хочу заявить тоже вам, как Иеремия, слова, которые он оставил. В те дни Иуда будет спасен. Иерусалим будет жить безопасно. Нарекут ему имя, имя Бога живого, да? Господь оправдание наше. Господь твое оправдание. Ты все, что нужно сделать, сказать Иешуа. Я принимаю тебя личным спасителем. Даже для тех, кто уже верующий, давно ходит в собрание, нужно сделать простую вещь. Сказать, я хочу живых, настоящих отношений с тобой.
Дух Святой, обнови меня. Как сухая земля жаждет Тебя, Боже, так и я хочу. Дождя, который должен пройти. Как лань желает потоком воды. Наша душа моя должна жаждать Бога. Друзья, это наша обязанность искать Бога. А Он рядом. Не откроет ли Он для нас источников верхних, нижних? Не зальет ли до избытка свое благоволение? Поэтому это время, которое у нас сейчас есть, мы будем поклоняться, искать Бога, созерцая Его в себе. Об этом говорит Брихат Ашая, особенно Павел говорит, исследуй себя, верил ли ты. А если ты сомневаешься, я вам предлагаю искать глубже. Искать глубже. Прилагать усилия, чтобы найти эту воду. Разгребать все то, что, как мы, иногда люди говорят, дерьмо, которое мы нахватали в этом мире, в сторону, и сказать, Боже, я не хочу этого. Я хочу Тебя. Иешуа, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Боже, Ты Бог мой, Тебя от раны цари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя. Даже эти записки, дай мне видеть, они говорят о том, что мы стремимся, мы хотим славу, хотим видеть Твою славу, Твою силу, свою силу, вечный нам, Бог. Во имя Иешуа. О, сядь, все, что здесь написано, все просьбы говорят о том, что мы стремимся к Тебе. Ответ. Мы хотим видеть победу, исцеление, благоволение. Иегова Цедкейну, Ты мое оправдание, и верующий в Тебя не постыдится. Иешуа, Иешуа, спасибо Тебе. Я вспоминаю о Тебе, о том, что сделал жизнь. Прошу тех братьев и тех служителей, которые у нас на большом зале. Будьте готовы молиться за людей. Я очень вас прошу. Давайте не оставлять друг друга без внимания. Мы помолимся. Если вам нужна молитва, просто выйдите вперед. Мы хотим за вас помолиться. За тех, кто внизу, тех, кто на верхней части нашего здания. Помолиться за вас. Боже, те, кто здесь на втором этаже, возьмите за руки. Возьмите за руки. Голгофский крест стал нашей победой, нашим исцелением, нашим оправданием. Тебя люблю во имя Иешуа из Назарета. Будь исцелен. Будь свободен. Будь исправлен. Тебя во имя Спасителя. Иешуа, Ты мое оправдание.
И вся моя надежда в Тебе. Ты моя праведность, Ты моя святость. На Тебя уповает душа моя. Я от ранней зари буду искать Тебя. Найду ли, Боже, схвачусь за это упование, на эту надежду, на эту свободу. Боже, спасибо Тебе за Твою победу. Спасибо, Господь, люблю я, Господь, Иешуа, милость Твоя, лучше, чем жизнь, Иешуа, уста мои, прославят Тебя, поднимая к Тебе наши руки. Знаем, что каждое благословение приходит от Отца Света, благодати и праведности. Простри свои руки над нами. Твой талит, покров Твой, безопасность. И дай нам услышать эту ветхую из истории молитв, которую Ты оставил Аарону, говоря им слова, с которыми мы проходим эту жизнь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим, помилуй. Да обратит свое лицо Господь на тебя и даст тебе свой мир. Шалом. Евехаданай ваишмагеха Ягаданай панавалеха вихунеха Исаданай панавалеха всемлеха Шалом, Бешем Иешуа Машихейну. И каждый скажет аминь. Повернись своему соседу и скажи, это нужно было знать. Аминь.